Проблемы капитального ремонта специалисты ДГХ встретились с представителями управляющих компаний. Оплатите проезд. Подробности инцидента с высаженным из маршрутки мальчиком. Гордость родителей города и всей страны. Анастасия Седова, обладательница бронзовой медали Олимпийских игр. Далее расскажем обо всем подробно. Ваши деньги, как за каменной стеной. Саров Бизнесбанк. Стабильный, благополучный банк. 14-е обращение президента планировалось провести за 40 минут, но в итоге Владимир Путин оглашал послание Федеральному собранию почти 2 часа, тем самым побив рекорд продолжительности. Первая часть речи была посвящена социально-экономическому развитию страны. Глава администрации Сарова Алексей Голубев отметил, что большое внимание на церемонии уделили обсуждению уровня жизни населения. Сейчас в нашей стране около 20 миллионов человек с зарплатой ниже минимального размера оплаты труда, и эту проблему необходимо решать. Надлежащие решения правительства приняты с тем, чтобы у нас, значит, минимальный размер оплаты труда сравнялось уже с минимальной заработной платой, которую наниматель может платить работнику. Также президент отметил, что работа программы «Комфортная городская среда» продолжится, а благоустройство городов остается приоритетным направлением во внутренней политике. Большой акцент в своем послании президент сделал на состоянии дорог. Для себя я услышал важного, что федеральные трассы более-менее приведены в надлежащий вид. И самое главное сегодня должна быть задача правительства и властей всех уровней – это приведение в надлежащий вид дорог местного значения и регионального значения. Вторая часть послания была посвящена вопросам обороноспособности Российской Федерации и международной безопасности. Впервые в истории оглашения посланий президента выступление сопровождалось инфографикой и видеороликами. В частности, присутствующим на гигантских экранах продемонстрировали возможности новейшего российского оружия. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Очевидцев этого события оказалось достаточно много, и их истории звучат примерно одинаково. Во вторник, 27 февраля, на одной из остановок по улице Ленина в маршрутное такси заходит группа младших школьников. Практически все из них моментально достают мелочи и оплачивают проезд. И лишь последний зашедший мальчик, стоя у двери, начинает искать деньги в рюкзаке. Водитель начал возмущаться. «Как, почему ты так долго ищешь? Давай быстрей!» Женщина начала заступаться за него. Говорит, ну сейчас ребенка найдет. Он говорит, а вдруг он не найдет и не заплатит. И на следующей остановке, когда доехали, он его попросил выйти. Ребенок засмущался, вышел, ну, маленький был. По словам очевидцев, в тот день температура на улице достигала практически минус 20 градусов. И чтобы не оставлять мальчика мерзнуть на улице, одна женщина предложила заплатить за него. Женщина начала ругаться. Она говорит, заходи, мальчик, я за тебя заплачу. Ну, он маленький, он засмущался. Я в окно смотрела, то есть он говорит, нет, я останусь, и водитель просто поехал дальше. Подобное равнодушие вызвало у тех, кто сидел в маршрутном такси, шквал эмоций и негатива в адрес водителя. И по словам Ани, когда она выходила на своей остановке, спор о том, прав он или нет, все еще продолжался. Из уст водителя звучал лишь один аргумент. Водитель в ответ на это сказал, говорит, меня за мной следят, то есть отвез я кого-то бесплатно или не отвез. Он говорит, то, что меня за это будут ругать. Вскоре на водителя подали заявление в прокуратуру, и сейчас идет расследование этого инцидента. В Следственном комитете нам сообщили, что возбуждение уголовного дела, скорее всего, будет отказано. Чтобы пролить свет на эту ситуацию, мы связались с самим водителем. Тот самый водитель, высадивший мальчика, который долго искал деньги на оплату проезда, согласился с нами встретиться. От назначенного им же времени прошло уже полчаса, но водитель так и не появился, да и на телефонные звонки больше не отвечает. В социальных сетях опубликованы комментарии, что в маршрутное такси села группа ребят 15-16 лет и спрятались в конце автобуса, не заплатив за проезд. Самого мальчика нам тоже удалось найти, и оказалось, что он ученик начальной школы и ему всего 10 лет. Родители мальчика давать какие-либо комментарии отказались. Ситуация, которая разрослась вокруг их сына, им неприятна, и обсуждать ее нет никакого желания. Спустя несколько дней уже другое маршрутное такси преподнесло еще один неприятный сюрприз. 2 марта на пульт пожарной части поступили сообщения от жителей города, что на улице Харитона загорелся пассажирский «Фиат». Машина прибыла через 5 минут после вызова. То есть по месту я прибывал вместе с ними. Происходило открытое горение уже всего автомобиля. Подали ствол пены и полностью ликвидировали горение в течение
полностью ликвидируется в течение 8 минут. К счастью, обошлось без пострадавших. Водитель маршрутного такси услышал запах горелого и сразу же высадил пассажиров. Официальной информации о причине возгорания пока нет. А по словам владельца «Фиата», подвела проводка автомобиля. Мария Руинч, Константин Островский, Владимир Есенников, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. В 2015 году у жильцов многоквартирных домов в квитанциях появилась новая графа – капитальный ремонт. Как правило, эти деньги перечисляются региональному оператору, который, согласно схеме, тратит их на то, чтобы привести дома и подъезды в надлежащий вид. Но, как показывает практика, эта схема еще далека от идеала. Начисления, которые выставлены жителям по капитальному ремонту в целом по городу Сарова, составляют 370 миллионов рублей с небольшим. То есть это такая сумма большая. Собрано на сегодняшний день, уплачено 314 миллионов. И вот в 2017 году освоено всего 70 миллионов 800 тысяч. Таким образом, получается, что деньги, потраченные на ремонт домов, составляют даже меньше 20% от начисленных. И, по словам директора департамента городского хозяйства, на это есть ряд причин. В первую очередь, проблема в том, что подрядные организации не всегда знают особенности того или иного дома, а управляющая компания порой не проверяет их проектную документацию. У нас иногда возникают ситуации, когда уже в процессе строительно-монтажных работ выясняются те или иные необходимости в проведении работ. Вот. В этой связи очень сложно вносить изменения в проектную документацию, возникают определенные конфликтные ситуации, затягивается период проведения капитального ремонта, что зачастую может привести к срыву сроков. Еще одна причина – порой сами жильцы не соглашаются на проведение ремонта или переносят его срок. Не менее важным на собрании стал вопрос об открытии спецсчетов. По словам директора ДГХ, они позволят не ждать регионального оператора, а более оперативно проводить ремонт в домах. Он актуален на сегодня в тех домах, у которых капремонт в соответствии с программой капитального ремонта отодвинут на более дальний срок. С другой стороны, когда дом большой, то есть он большие суммы накапливает, и за короткий срок он может накопить определенную большую сумму денег, которую может потратить на те или иные виды работ. И чтобы они не лежали там 10 лет пустым грузом, а использовали же в интересах жильцов, поэтому и целесообразнее заниматься вопросами открытия специального счета, чтобы оперативно им можно было распоряжаться. В 2017 году работы по капитальному ремонту были выполнены лишь в 5 многоквартирных домах, и то не в полном объеме. В 2018 году в планах 22 дома. Мария Рунич, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Любовь к лыжам у Насти Седовой проявилась еще в юном возрасте. Мама – тренер-преподаватель высшей категории, папа – мастер спорта. И этот семейный тандем воспитал не один десяток чемпионов разного уровня. Поэтому другого вида спорта в жизни девушки быть и не могло. Она даже сначала встала на роллеры, а потом уже встала на лыжи. Ну, точно так же, как и Петя, в принципе. Потому что бабушек у нас в городе нет, поэтому оставить их было не с кем. И они всегда, и что Петя, что Настя, они всегда с нами на сборах. Высокие требования к себе и целеустремленность – эти черты характера помогали Анастасии добиваться в лыжном спорте серьезных успехов. Девушка становилась победительницей первых зимних юношеских Олимпийских игр, неоднократной чемпионкой России среди юниоров. 2 года назад Настя стала чемпионкой России в скиатлоне. Но главным достижением ее жизни стало приглашение выступить на Олимпийских играх в Пхёнчхане. И в командном забеге Анастасия Седова стала бронзовым призером. Конечно, эстафету мы смотрели в прямом эфире, да? Мы ж... Очень переживали, поэтому я и убегала, и прибегала. Николай Евгеньевич сидел так, мне все время говорил, ну ты уже сядь. Я говорю, я уже не могу. Вот так, ну очень тяжело. Олимпиаду лучше смотреть по телевизору, чем находиться именно там, в Олимпийской деревне. Потому что это Олимпиада, это совсем другие психологические эмоции, психологический настрой, очень сильное давление на спортсменов со стороны. Вручение Насти олимпийской медали стало ярким событием не только для семьи Седовых, но и для всего нашего города. Для многих Анастасия стала настоящим примером. Своими достижениями она вдохновляет и пробуждает всех саровских спортсменов увереннее идти к вершинам. И все это благодаря родителям. За большой вклад в развитие лыжного спорта и за подготовку олимпийской чемпионки Елене Сергеевне Седовой вручили благодарственное письмо. По приезду в Россию всем участникам Олимпиады, завоевавшим золотую, серебряную и бронзовую медали, был приготовлен сюрприз. Каждому из них подарили автомобиль. Ирина Вышегородцева, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.
Глухоманька, томатограф, веселый сапер, не надо ля-ля. Названия конкурсов уже вызывали улыбку. На деле задания оказались даже веселее, чем предполагали участники. К примеру, в раунде «Чужие руки» ребятам предложили из двух человек сделать одного. Сноуборд! Ты стоишь? Ничего не делаешь, но твоими, ну, вместо твоих рук чьи-то чужие руки. И, ну, в общем, необычно, очень интересно. То есть надо думать не только своей головой, но и головой того человека, который работает твоими руками. Всего 5 конкурсов на сообразительность, оригинальность и смекалку. Студенты – народ веселый и находчивый, и от желающих принять участие в заданиях не было отбоя. К тому же такой формат игры уже многим оказался знаком, поэтому и нашел большой отклик у студентов. Маленько переделали, перефразировали, ну, получился такой вечерний Саров. Задумка была сделать вечер какой-то теплый, душевный, чтобы молодежь немножечко расслабилась. Саровский вечер получился шумным и задорным. Студенты отвлеклись от лекций курсовых и получили заряд бодрости и энергии. Это мероприятие призвано для того, чтобы объединить молодежь в культурном досуге, в интересном досуге. О том, что программа все-таки конкурсная, помнила только судейская коллегия. И, как полагается, в конце вечера подвели итоги и наградили самых оригинальных и находчивых. Победителем первой игры стала команда «Нуклоны» Саровского физико-технического института. Игроки получили диплом и специальный приз – билеты в кино. Елена Грицкова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24». 8 марта – один из самых светлых и добрых праздников весны. И по традиции в этот день в адрес милых дам звучат лишь теплые слова поздравлений. Поздравляем наших женщин с этим хорошим нашим любимым праздником. Мы вас поздравляем, здоровья, оптимизма, гармонии в жизни, всего самого-самого хорошего. Я с трудом вижу зал, потому что меня ослепляют и прожекторы, и ваша красота. В этом смысле красота, она спасает мир, и она спасает и наш город. Это то, что мотивирует нас, мужчин, на победы в вашу честь. С праздником, дорогие! Сразу после поздравительных слов на сцену драматического театра вышли воспитанники детской школы искусств. У многих в зале сидели мамы и бабушки, поэтому к своим выступлениям ребята отнеслись со всей серьезностью и подготовили для зрителей целое шоу с песнями, танцами и даже оркестром. Оркестр понравился очень. У меня внук там выступает. Многих выступающих я знаю. Среди них вот Каприн открывал концерт и заканчивает концерт. И дети великолепные. Великолепная постановка танцев. Костюмы прекрасные. Спасибо за доставленное удовольствие. Это наша любимая школа искусств. Преподаватель – это супер просто. И вообще наш город необыкновенный, потому что в нем живут такие необыкновенные, талантливые люди. Это счастье – побывать на таком концерте. Так было все здорово. Прям, ну, спасибо большое. Концерты и поздравления, безусловно, создают атмосферу настоящего праздника. Но важно, чтобы улыбки, цветы и слова благодарности в адрес любимых женщин звучали не только 8 марта, а каждый день. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». 12 лет назад Ольга Аметова нашла себе дело не просто по душе. Работа в детском саду младшим воспитателем стала ее призванием. Для более чем 200 мальчишек и девчонок она стала и другом по играм, и наставником в освоении грамоты и счета. Со многими она до сих пор поддерживает связь и интересуется успехами своих воспитанников. Секрет ее профессионального успеха прост. Главное в нашей профессии – это любить детей. Любить просто так, вот ни за что, за то, что вот они есть. Ведь каждый ребенок, они совершенно разные. Они интересные, забавные, удивительно умные. Международный женский день в коллективе ясельной группы детского сада – особенная дата. Ольга Аметова и ее коллеги получают сувениры, которые дети создают своими руками. И это делает презенты просто бесценными. Они у нас рисуют, делают какие-то аппликации, то есть им это все нравится, они это все с удовольствием делают. И если в детском саду коллектив исключительно женский, то в армии в Международный женский день дамы получают максимум мужского внимания. Начальник гарнизонного клуба Оксана Овчинникова признается, 8 марта в войсковой части 3274 всегда рабочие, правда, с небольшим приятным изменением. Нам командир дивизии Коршунов Олег Владимирович сделал такой подарок, когда спросил, что вам нужно, женщины, подарить. Его женщины попросили, а можно 7 марта
ходить в гражданской форме одежды. Да, мы такое разрешение получили. И вот сейчас у нас командир дивизии Токаренко Евгений Александрович, он эту добрую традицию продолжил. В остальном 8 марта в армии такой же, как и на гражданке. Праздничные концерты, слова поздравления от мужчин, шоколад и цветы. И даже профессиональный праздник всех защитников Отечества находит в сердцах женщин-военных не такой отклик, как Международный женский день. Потому что, несмотря на воинские должности, воинские звания, мы же в душе остаемся женщиной. Да, мы, может быть, меняемся по сравнению с гражданскими женщинами. Может быть, мы более жесткие в чем-то, может быть, более организованные становимся. Но это заставляет жизнь. А в душе-то мы все остаемся мамами, женами, бабушками. Какие только должности не занимают сегодня женщины – директора, воспитатели, водители такси и министры. Но мужчинам следует помнить, что именно они – сильный пол, а дамы достойны нашей любви и заботы. Коллектив канала 16 от всей души поздравляет всех с Международным женским днем. Всегда будьте счастливы! Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Отвечая на вопрос, чем же порадовать женщин на 8 марта, каждый мужчина, конечно же, в первую очередь вспоминает о цветах. Попробуем у жительниц нашего города сегодня узнать, как часто им дарят цветы, особенно на улице. Ну и постараемся их порадовать. Пойдемте! С хорошим вас настроением, с 8 марта! Спасибо! Уже, друзья, минус один цветочек и одна радостная душа. Скажите, пожалуйста, часто ли вам на улице дарят цветы? Не, никогда. Слушайте, подождите, пожалуйста. В честь 8 марта я хочу эту ситуацию исправить. Держите, это вам. Спасибо. С праздником вас, с 8 марта. Спасибо. Часто ли вам дарят на улице цветы? Нет, очень редко. То есть у вас была ситуация, когда вам на улице... Да ладно, да. Правда? Да. Можно я еще раз вам подарю цветы? 8 марта. Вы идете гуляете по холоду. Хорошего настроения. Всего доброго. Какие цветы ваши самые любимые? Флоксы, розы, нарциссы, тюльпаны. Все люблю. С праздником вас, с 8 марта. Спасибо. Пусть все у вас будет хорошо. Очень редким на улице дарят цветы. А я представил, что идешь ты такой 22 февраля. Идут тебе навстречу девчонки, красивые такие, улыбаются, подходят и спрашивают. Молодой человек, а вам когда-нибудь дарили на улице носки? И дарят тебе носки? 8 марта вас! Как выяснилось, лишь немногие жительницы нашего города хоть раз в жизни на улице получали цветы просто так. Сегодня мы смогли для некоторых даже исполнить их мечту. Делать приятное девушкам очень просто. Надо просто купить несколько цветов и выйти на улицу с хорошим настроением и улыбкой на лице. Цветы на улице раздавали Кирилл Васенин и Владимир Лисик. Женщины, с праздником вас! С 8 марта! Медаль времен Российской империи была учреждена в начале 19 века, забыта при советской власти, и только в 2017 году ее вернули в научное общество. Педагог Саровского политехнического техникума Игорь Васильевич Столяров стал 30-м, кого наградили в 21 веке. Также в конце февраля ему было присвоено ученое звание советника Российской академии естествознания. Эта награда, я считаю, награда не только моя, награда всего коллектива. В первую очередь тех детей, наших талантливых детей, которые здесь учатся. Талант надо не только разглядеть, но и помочь ему раскрыться. Исследовательская и проектная работа требует гораздо больше времени и сил не только от студентов. Роль научного руководителя – систематизировать знания своих подопечных, указать вектор движения и помогать в развитии способностей. Человек, который просто болеет своим делом. Вот он очень помогает ребятам продвинуться именно вот в области участие в конкурсах, олимпиадах разнообразного уровня. Впереди новые конкурсы, конференции, и снова Игорь Васильевич готовится вместе со своими студентами к выступлениям и защите исследовательских проектов. Елена Грицкова, Владимир Есенников, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24. В рамках проекта «Всей семьей в будущее» для детей и их родителей педагоги школы номер 10 подготовили интеллектуальный марафон. Участникам предстояло проверить свою эрудицию и разгадать логические загадки, а также проверить свою память и знания русского языка.
Действительно, очень интересное взаимодействие детей и родителей. Очень сложно удержаться и не подсказывать ребенку, когда прям ответ кипит в душе. Игра достаточно высокий уровень показала и вопросов, и знаний. Помимо интеллектуального марафона, учеников ждали еще и спортивные состязания. Около 10 заданий на ловкость, скорость и слаженность действий. Всего 3 команды и лишь один победитель. По итогам соревнования титул чемпионов спортивного турнира забрала семья Кравченко. Конкурсы были сложные все-таки, но мы справились. С самого начала решили не сдаваться. То есть занять первое место. Цель была первое место. До конца. Цель проекта «Всей семьей в будущее» – создать условия для реализации творческого потенциала не только у детей, но и их родителей, а также повысить социальную активность всех участников проекта. Каждую субботу, как минимум каждую субботу, на разных площадках школы, в зависимости от увлечений наших семей, мы, в общем-то, реализуем этот проект. Это и дискуссионные клубы, это и конкурсы «Папа, мама, я, читающая семья», это интеллектуальные турниры, это спортивные площадки. Уже 17 марта педагоги школы номер 10 готовятся провести для детей и их родителей инженерную олимпиаду. В ней участникам предстоит показать свои навыки работы с компьютером и проявить свои изобретательские способности. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24. Яркая, заводная, дерзкая Сильвия буквально врывается в привычный уклад жизни рядовой американской семьи. Главный герой Грег после очередного конфликта с начальником бесцельно гуляет по улице и встречает ее. «Я сидел в парке, и она буквально прыгнула ко мне на колени». Примерно такими словами Грег будет оправдываться перед своей женой Кейт. Но бесполезно. Судьбоносная встреча разделила жизнь героев на до и после. Такого еще с тобой не было. Вот почему я тебе нравлюсь. Грег, это любовь. Наполовину лабрадор или наполовину дворняжка. Все, что о ней известно, это имя Сильвии, написанное на бирке. Остальное она расскажет о себе сама, человеческим языком. Перед актрисой Натальей Гришагиной стояла непростая задача – создать образ преданного друга в мире людских проблем. Она честная и искренняя. Она может сказать всю правду в лицо, пусть и горькую, но правду. И искренняя – это то, что... Неважно, что с ней могут сделать, неважно, какие обстоятельства будут, она все равно будет любить так, как она может. Честная и искренняя Сильвия, сама того не осознавая, вскрывает проблемы супругов. Трудности на работе, кризис семейной жизни. Сильвия становится для Грега четвероногим другом с женским именем. Или той, из-за которой жена Кейт уходит на второй план. И вовсе она не хотела разрушать. Это Кейт ее так воспринимает. Кейт ее воспринимает как разрушителя, как соперницу. А в результате собака еще и объединила. И оказалось, что если бы ее Кейт приняла с самого начала, то все бы было по-другому. Над постановкой по пьесе американского драматурга работали уже известные саровскому зрителю режиссер Сергей Золкин и художник Александр Зыбин. Новый спектакль может заставить смеяться вместе с героями и растрогать до слез любого зрителя. Спектакль очень понравился, и в конце хотелось безумно плакать. Аж там собаку хотелось завести. Необходимо заботиться о братьях наших меньших. О том, что приручив, взяв кого-то к себе, ну, нельзя так просто с ним расстаться и бросить на произвол судьбы. Вымышленный образ Сильвии на сцене и фотографии реальных четвероногих братьев наших меньших в фойе театра. Начиная с премьеры, на каждом спектакле будет проходить акции по сбору средств приемнику для животных «Подари жизнь». Новую постановку можно будет увидеть на сцене драмтеатра 18 марта. Начало в 6 часов вечера. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24. Они вторые, но они настоящие победители. Это тот случай, когда первое место жюри не присуждает вообще. Так что, можно сказать, ребята стали лучшими в своей номинации. На фестивале Арина и Сергей исполняли композиции Эдуарда Колмановского «Ты говоришь мне о любви» и Марка Минкова «В порту» в аранжировке Ирины Раковой. Ребята молодцы, ребята освоили необходимую в данном случае джазовую артикуляцию и ритмику, и пластику джазовой музыки. Поэтому, я думаю, как раз в первую очередь жюри оценила, что у нас получилось такое характерное джазовое звучание. Аранжировку преподаватель писал специально для своих учеников с учетом их возможностей и потенциала. Обе песни ребятам хорошо знакомы. Одна более озорная из детского мультфильма, а другая лирическая и близка ребятам по настроению. Мне затронуты очень, наверное, актуальные темы сейчас, которые для нас
Это, наверное, счастье какое-то, немножко любви в ней. Джаз – это особенная музыка, и свободно обращаться с мелодией могут позволить себе только опытные мастера. А дети на сцене играют, что называется, домашние заготовки. Но сделать это нужно так, чтобы в исполнении чувствовалось гармония и свобода джазовой музыки. Она отличается от классической тем, что она более заводная такая. Ну и сам простор в джазе очень большой. Та же импровизация. Можно что угодно сочинить, это может стать интересно. Участвовать в конкурсе, где возглавляет жюри знаменитый Олег Кролл, автор музыки кинофильма «Мы и джаза» и «Зимний вечер в Гаграх», престижно и почетно. А получить награду – это равносильно путевке в жизнь. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Двузначного счета на табло уже в первом периоде не ожидал никто, ни болельщики, ни игроки «Арзамаса». Не сбавляя темпа, «Саров-Инвест» проводил атаку за атакой, и шайба вновь и вновь оказывалась в воротах соперников. Хоккеисты «Арзамаса» не смогли построиться под скорость «Саровчан», и как результат 10-0 уже в первые 20 минут. Начали просто активно, соперники не ожидали такого начала, и все, задушили в зоне. Зрители на трибунах пришли поддержать игроков и получить удовольствие от красивой борьбы на льду. Первая игра плей-офф показала, что «Саровчане» ни при каких обстоятельствах не намерены расслабляться и снижать планку. Команда играет хорошо, приятно на них посмотреть. Наши ребята хорошо играют, эмоции они. Уверенно выигрывают, профессиональная команда показывает хороший уровень, интересно смотреть. Отлично, как и всегда, в принципе. Игра идет отлично, ребята стараются, и, конечно, слабоват, конечно, «Арзамас», что там говорить. Не ослабили хватку спортсмены из «Саров-Инвеста» и во втором периоде. И в итоге соперники пропустили еще 7 шайб. И только в конце игры хоккейному клубу «Арзамас» удалось реализовать 2 атаки и размочить счет. Матч закончился со счетом 18-2. Нам не хватило, знаете, каждый раз у нас почти это происходит на каждых играх. У нас вот сделай 2-3 шага до шайбы. То есть вот какие-то мелочи совсем, вот мелочи сделай в игре. И считай, элемент у нас доработан в игре. У хоккеистов «Арзамаса» есть совсем немного времени, чтобы проанализировать свои действия на льду и сделать работу над ошибками. Матч-реванш состоится 9 марта. Елена Грицкова, Владимир Есенников, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Самая миниатюрная участница и самое большое количество повторений. Елена Забельна доказала, что невозможное возможно, и подняла штангу весом 35 килограммов 39 раз. И это при условии, что к силовому спорту девушка вернулась около 3 месяцев назад. Да и в подобных соревнованиях был большой перерыв. Года 4 назад последний раз принимала участие, давно-давно. Ну, поскольку в этом клубе занимаюсь, раз уж он здесь проводится, решил принять. В отличие от классического пауэрлифтинга, где работа ведется на взятие максимального веса, в русском жиме надо сделать максимальное число повторений. И, по словам Елены, здесь главное проявить свою выносливость. Тренируюсь я на массу, да, то есть на 1, 2, 3, 4, 5 раз, да, на большой вес. А вот на таких весах уже нужна выносливость. Несмотря на, казалось бы, абсолютную брутальность русского жима как вида спорта, с каждым годом к нему приобщается все больше девушек. И большинство из них начинали им заниматься, чтобы создать красивую фигуру. Изначально я была девушкой полненькой, вот, и как-то хотелось фигуру скорректировать, а дальше уже просто азарт какой-то такой, увидел, как спортсмены занимаются, вот, и захотелось самой тоже поучаствовать в соревнованиях. Девушки состязались лишь в одной категории. Вес штанги составил 35 килограммов. Мужчины были поделены на весовые категории и поднимали штанги весом 55, 65, 75 и 100 килограммов. Мария Рунч, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Ваши деньги, как за каменной стеной. Саров Бизнес Банк. Стабильный, благополучный банк.